Good afternoon. Здравствуйте. Today is the 15th of October. Сегодня 15 октября. The topic of our lesson is letter C. Тема нашего урока – буква C. В английском языке буква C записывается точно так же, как и в русском языке записывается буква S. Но несмотря на то, что она называется буква C, A, B, C, да, в алфавите английского языка, она обозначает два разных звука. В одном случае это будет звук К, а в другом звук С. Давайте с вами прочитаем. Я для вас сделал два столбика. В одном из них буква C будет обозначать звук К, а в другом С. Прочитаем с вами первый столбик. И повторим слова. Cat. Cat. Кошка. Car. Car. Машина. Далее. Cap. Cap. Чашка. Cap. Cap. Бейсболка или кепка. Обратите внимание, что здесь буковка A, которую мы проходили на предыдущих уроках. Cap. Кепка. Во втором столбике я записал слова, где буковка C будет обозначать звук С. City. City. Город. Circus. Circus. Цирк. Синема. Синема. Кинотеатр. Итак, задание вам на сегодня. Во-первых, запишите в тетрадочку сегодняшнее число, тему урока. Запишите, как записывается буква C. Далее, запишите эти два столбика, те слова, которые... в которых буква С обозначает звук К, и второй столбик – те слова, в которых буква С обозначает звук С. Далее прослушайте видео еще раз и повторяйте за мной эти слова. Запомните их произношение и постарайтесь отправить аудиосообщение, прочитав как можно больше этих слов. Все, ребята, всем удачи, жду ваших работ.